Мама, почему у меня резко стала цифра 0? У меня же было четырехзначное число. Ная, понимаешь? Что? С такой цифрой никого нет, такие люди отбросы в нашем обществе. Ежедневная проверка цифр. Всем срочно подойти для определения. Черт! Ная, ты чего, у тебя все в порядке? Эй, ты что, ты тут встала? Давай свою руку быстро для определения. У нее цифра 0, первый раз такое вижу. Девочки, вы в курсе, что у Наи цифра 0? Не зря Люцифер ее бросил. И что дальше? Что ты хочешь этим сказать? А то, что ноль означает, что у тебя ноль сил. Ты слабачка и все время рисовала себе другие цифры. Кэти, я вот не понимаю, у меня была самая большая цифра из всех. Почему вдруг она стала нулем? Ну а это точно ее не рисовал. Ну просто невозможно, чтобы цифра менялась сама по себе. Конечно, нет, Кэти. Мам, доброе утро. Доброе утро. Ная, господи, что с твоей рукой? Как такое возможно? У меня же был ноль. Ная, скажи, ты нас держишь за дураков? Ты постоянно рисуешь себе цифры? Я этого не делала, мама. И что я, по-твоему, делаю? Ты прекрасно знаешь, что это невозможно. Цифра не может просто так меняться. Цифра, которую мы определим сейчас, останется с вами на всю жизнь. Мне страшно. Не бойся, все будет отлично. Ная, проходите вы первая. Идет определение и загрузка цифры. Цифра не найдена. Что? Это невозможно. Цифр нет только у богов.